Антимонопольный комитет признал незаконными действия Одесской мэрии и собирается потребовать обеспечить альтернативный платному проезд в Одесский порт. Об этом сообщает издание «Украинская служба информации». Антимонопольный комитет Украины, похоже, всерьез взялся за евротерминал. Как сообщает издание УСИ, цитируем, антимонопольный комитет Украины в ходе заседания постановил обеспечить беспрепятственный въезд на территорию Одесского порта для большегрузного транспорта, а также признал незаконным ограничения, введенные мэрией, чтобы все машины следовали только через платную площадку компании «Евротерминал». Согласно решению АМКУ, большегрузы должны получить возможность заезжать в порт не только через частный евротерминал, где взимается плата, а и через другие заезды. Решение мэрии об ограничении проезда фур он назвал незаконным. Как отмечается в самом документе, приняв указанное решение, исполнительный комитет Одесского городского совета совершил нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде действия, которым установлены не предусмотренные законами Украины ограничения самостоятельности предприятий в части потребления платных услуг ООО «Евротерминал», предоставляемых на территории сухого порта. Как напоминает УСИ, ранее Высший хозяйственный суд уже штрафовал «Евротерминал» и принуждал его не взимать плату за проезд. Однако на ситуацию это никак не повлияло.